Всем привет, дорогие наши зрители! Сейчас с детьми мы будем делать распаковку ивановского трикотажа с интернет-магазина Grandstock. Но для начала я немножко хочу вас познакомить с этим интернет-магазином. На этом сайте предоставлено свыше 25 тысяч товаров. Из них 4 тысячи товаров для дома, ну там постельное и все такое. Около 5 тысяч изделий Приволжского ювелирного завода и 16 тысяч моделей одежды мужской, женской, детской. И сейчас немножко о самом заказе. Заказ можно сделать от 0 рублей. Ну, это значит, что вы можете заказать понравившийся вам пододеяльник или какой-нибудь халатик, или, может быть, там кофточку. В общем, от 0 рублей. Предоплата необходима только при заказе от 7 тысяч рублей. Но если вы заказываете свыше 7 тысяч рублей, вам сразу идет скидка 4%, а также товар доставляется бесплатно. Вот, выгодно заказывать там от 7 тысяч рублей товар в этом интернет-магазине Grandstock. Также постоянным клиентам, кто постоянно заказывает там вещи, идут накопительные купоны, также скидки, там 4%. А купоны, если вы ими пользуетесь, от 5 до 15% можно как бы пользоваться. Это очень хорошо. Также в этом интернет-магазине есть собственное производство. Называется оно Ованави. Я оставлю ссылки на интернет-магазин Grandstock, на товары собственного производства Ованави. А также я оставлю вам ссылку на промокод. Я оставлю вам промокод, ну, вы там прочитаете. Когда вы будете заказывать, обязательно укажите этот промокод. Это он как раз для наших подписчиков. Единственное, что там может воспользоваться только один покупатель один раз. Ну, вот, например, вы решили заказать, вы указываете этот промокод, и вам дается 5% скидка, но только один раз. Но я думаю, что это тоже хорошо. Также вы можете заказать, доставка осуществляется 10 различными способами. Например, это Почта России или деловые линии. Ну, в общем, там 10 различных способов доставки. Доставляется только по Российской Федерации. Там я посмотрела, указано, что только по Российской Федерации, но зато в любые прям регионы, любые. Вот, ну, думаю, я вам все рассказала. Еще раз повторю, что ссылки я оставлю под видео. Обязательно зайдите, посмотрите, сколько там всего, много-много всего. Сейчас вы посмотрите, что же мы там заказали. Всем привет! Все. Такая тумбочка, 44-го размера. Смотрите, какая прикольная туника. Я смотрю, девчонкам так нравится дома ходить в туниках, поэтому я заказала две. А тут уже они потом сами разберутся, кому какая. Мы потом еще, конечно, померим. Вот такая туника. Две туники 44-го размера я заказала для наших девчонок. А 56-я футболка мужская. Угу, там папе футболка. Вещи все мы заказывали. Это ивановский трикотаж, интернет-магазин Grandstock. Вот, папа серенький любит. А с той стороны нету там никакого рисунка, нет? Вот, такие он очень любит. Простые, хэбэшные, которые хорошо пропускают воздух, впитывают все, что не нужно. Также я заказала два покрывала. Они должны быть маленькие. Специально для двухъярусной кровати на низ, девчонкам нашим маленьким. Да, вот сейчас мы покажем. Это гобелен, он должен быть плотненький, потому что те, которые у нас есть, они немножко скользкие. Посмотрите, какая красота. Ну, как будто как коротковатые. Сколько там они? 110 на 150. Ну, что-то я неправильно посмотрела. Они будут короткие. Ну, все равно можно постелить. Вот их две штучки таких. Это просто... это с мешками. Это просто... Нет, это покрывало вот такое. Я думала, они будут длинненькие.
Ну, узкие. Ну, как, не широкие. Ну, да, это такое же. Точно такое же покрывало. Да. Это, конечно, ну, красивое. Скажите, красивое. Но все равно можно, конечно, использовать. Туника. Гобелен, я уже говорила. Я люблю такие покрывала. Вот, честное слово, люблю. У меня они везде вот так вот лежат. Потому что коты лазят, а и вот это гобеленовое покрывало, вот эта ткань, оно грязь туда дальше не пропускает. Вот. Ну, в общем, девчонки будут выбирать, кому какое. Они потом померят, кому будет лучше, то красивые. Скажите, да? Удобные. Для дома вообще хорошо. Если даже готовишь, капнул, не так видно. А Лена что-то достает под низу. Это сумка дорожная. Может быть, кто-нибудь из девчонок поедет куда-нибудь в санаторий. Я заказала такую, видите, сумку. Она нейтральная, она чисто черная. Вот. Очень большая. Как я уже говорила, в интернет-магазине Grand Stock свыше 4000 товаров для дома. Вот. Там не только постельная, там вот даже сумки есть. Смотрите, какая вместительная сумка. Он Леночку туда поставь, мы посмотрим кармашки, молнии, все. Вы, цену я не знаю, вы можете зайти посмотреть. Там не только такие, там огромный выбор сумок. Посмотрите, какая она вместительная. Молнии какие хорошие. Сколько здесь отделений. Тут как бы еще, по-моему... Да, есть на плечо. Ой, вот видите, как вот. Да? Это просто для увеличения. Оно еще увеличивается. Сейчас. Да. Вот она чуть маленькая. Да, вот она увеличилась. Вот, посмотрите вот здесь. Угу. Ну, вот она увеличивается. Смотрите, насколько и с той стороны. А вообще огромная, преогромная сумка. Девчонки, когда куда-нибудь ездят, им всегда мало места, потому что они берут весь свой гардероб, а в эту сумку все поместится. О, какая огромная! Вот смотрите, тут она с пропиткой, что внутрь, если даже будет дождь, то вещи не намочатся. Вот такая прекрасная сумка. Мне очень нравится. Я заказала чисто черную, нейтральную, чтобы могли пользоваться и девчонки, и мальчишки. А черный цвет, он нейтральный. Согласитесь? Да. Вот такая сумка замечательная. Огромное спасибо Grand Stock'у. О, какая большая. Туда я вместе. Ну-ка, запросто, даже вдвоем, если постараться. Дальше у нас постельное. Постельное белье. Посмотрите, это производство именно Grand Stock. Ова Нави называется. Мы сейчас его откроем. Доченька, вот так вот положи все, и мы сейчас выберем, какой же из них мы откроем. Здесь постельное белье двухспалка. Специально для Алины мы заказали. Угу, вот. Вот. Двухспальная. Это вот арт-постель, а вот это вот постель. Да, это вот постель. Посмотрите, видите? Ова Нави с мыслями о вас. Полутораспальная. Тут даже цена указана. 1202 рубля. Вот. И мы сейчас двухспалку откроем. Нет. Подождите, арт-постель вы уже, наверное, много раз видели. Мы заказываем в других интернет-магазинах. А вот именно Ова Нави мы ни разу не заказывали, потому что это личное производство Grand Stock. Давайте мы вот это и откроем. Одну из них. Давайте зелененькое. Да, давайте, ну, давайте зелененькое. Девчонке тоже больше стало нравиться однотонное постельное, да? Мне просто некрасиво. Россияй! Женечка такая. Пиши. Она будет туда, наверное, залезть. Наверное, хочет залезть. Какая упаковка. Смотрите, как упаковано красиво. Запоминаешь какую-нибудь? Да.
Да-да-да, вот Саша сейчас молодец, нашла ремень на плечо. В этой сумке еще есть ремень, чтобы можно было легко таскать ее. Так, что? Это у нас наволочки. Угу. Наволочки стандартные, 70 на 70. Они не вывернуты на левой стороне, на изнанке. Она на замке. О, классно. Мама, пап, это под одеяльник. Йогурта, цвет йогурта. Молочный, да, цвет. На замке как хорошо. Угу. Подушка тоже на замке. Не вывалится. Да, да. Вот такое полутораспальное. Ну-ка, материал какой, доченьки. Так, это простынь. Идет. Поплин. Я имею в виду показать поближе. Вот такой он плотненький поплин. Я обожаю поплин. Так, дочь, Дариночка, выверни, пожалуйста, одну наволочку. Мы посмотрим. Это изнанка. Сейчас покажем, как она там прострочена. Так, тоже на молнии. Вот изнанка. Здесь такое ощущение, что специально оно так положено, чтобы можно было посмотреть швы. Швы тут какие красивые, все оверложено. Посмотрите, как хорошо. Вот здесь вот тоже оставлено, чтобы ничего не поползло. Вот. Пододеяльники, наволочки на молнии. Красиво как. Вот такое постельное. Оно прям пахнет новьем, такое новое-приновое. Три комплекта постельного белья. Саша, в сумку залезла? Саня! Вот, мы его убирать не будем. Мы его постираем? Да, мы его постираем. Да. И вот это вот арт-постель, двухспалка, которая нам для Алины. И сейчас мы еще заказали там с Приволжского ювелирного завода. Посмотрите, какую прелесть. Вот такой ионизатор воды. Алиночка, вытащи, покажи. Ионизатор воды. Там 5000 товаров. Огромный выбор из серебра. Вот так вот мы на Алину покажем. Покажи, вот как он цепляется. Вот так вот. Ну, он вот так вот цепляется. Вот так. Смотрите. Вот. Мама, а да. Это для чего? Это чтобы в аду. Вот я сейчас покажу. А, это серебро 900. Какая проба? 952. 925. 925 проба. Для чего нужны серебряные ионизаторы воды и как их использовать? Вот здесь вот вы можете сами почитать. Я читать не буду. Я как сейчас начну читать, и это будет полный позор. Не потому, что я читать не умею, но потому, что это будет очень долго занимать времени. Вы можете сами поставить на паузу и прочитать, для чего нужны ионизатор, нужен ионизатор воды серебряный. Видите, вот так вот. Это все. Сумка полная, отправляем. Ага. Мама, Саша, влево. Еще раз повторю, ссылки на интернет-магазин Grand Stock я оставлю под видео. И воспользуйтесь промокодом с 5% скидкой. Я оставлю это все под видео. Всем пока. Всем пока. Мама, смотри. Вместе. Всем пока-пока. Саня, вылазь оттуда, вылазь. А я сюда. И выходят мои красавицы. Вот, близко не надо. Тут и подальше становитесь, чтобы нам посмотреть. Вот, две тунички 44 размера. Девчонки сразу. Это моя. И не дрались, короче. Кому какая. Ну, классные, скажите. Да. Дома ходить вообще классно. Да, блин. Ну, Алина. У Дариночки кармашки. У меня есть с Микки Маусом с кармашкой. У меня там еще одна дуника с кармашкой. Вот такие замечательные, недорогие. Очень легкие. И мне кажется, в них, мы когда на море поедем, можете тоже одеть и вот в машине этой, спать. Да. А в этой это, тоже. Это как можно в школу носить. Ну да, да. Ой, у Дарины вообще классная, мне так нравится. Такая стройненькая. Угу. Раз она животик втянула. Нет. Короче, вот такие красавицы. Сейчас нет. Хотела, чтобы сейчас папа футболку померил. Давай я померю. Не, он уже уехал. Давай я померю. Нет, нет. Все. В общем, это будет ставочка ПС. Я сразу забыла, мы все попрощались. Вот такие красавицы.